Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по городу Чаровода, расположенному в Албании. Это место с богатой историей, уникальными традициями и красивыми природными пейзажами. Погрузитесь в атмосферу Чаровода и узнайте больше о его происхождении, традициях и интересных фактах. Город Чаровода расположен в юго-восточной части Албании, в живописной долине реки Осуми, в районе Скрапор. Название «Чаровода» происходит от слов «чара», что на албанском означает «четыре» и «вода». Античное наименование города, что может указывать на четыре основные реки, которые омывают этот район. Чаровода известна своими древними корнями, которые уходят в далекое прошлое, еще до римской эпохи. Чаровода была заселена еще в античные времена. Археологические находки свидетельствуют о существовании здесь древних поселений, которые занимались земледелием и скотоводством. В римскую эпоху эта территория была частью провинции Иллирик и играла важную роль в торговле и передвижении товаров между внутренними районами и побережьем. В средние века Чаровода была важным культурным и религиозным центром. В это время здесь строились монастыри и церкви, многие из которых сохранились до наших дней. Город процветал благодаря своему стратегическому положению на торговых путях и плодородным землям, которые обеспечивали процветание местного сельского хозяйства. В XIV веке Чаровода попала под власть Османской империи. Османское правление продолжалось более 4 столетий и оказало значительное влияние на культуру, архитектуру и общественную жизнь города. Несмотря на это, местные жители сохраняли свои традиции и обычаи, которые передавались из поколения в поколение. В 20 веке, после Балканских войн и последующих политических изменений, Чаровода стала частью независимого албанского государства. В этот период город начал активно развиваться и модернизироваться. Сегодня Чаровода – это процветающий город с богатым культурным наследием и активной туристической жизнью. Чаровода известна своими уникальными традициями и культурными обычаями, которые бережно сохраняются местными жителями. Местные жители гордятся своими народными обычаями и культурными традициями. Важной частью культурной жизни Чаровода являются праздники, такие как Новый год, Пасха и День независимости. Во время этих праздников проводятся массовые гуляния, концерты народной музыки и танцев, а также традиционные ярмарки, где можно приобрести изделия местных мастеров. Албанская народная музыка и танцы занимают особое место в культурной жизни Чароводы. Традиционные танцы, такие как вали, народный круговой танец, исполняются под аккомпанемент народных инструментов, таких как кларнет, флейта и даф, барабан. Музыкальные ансамбли часто выступают на городских праздниках и фестивалях, демонстрируя богатое культурное наследие региона. Албанская кухня славится своими вкусными и сытными блюдами. В Чароводе особой популярностью пользуются такие блюда, как фергисы, тушеное мясо с овощами и сыром, баклава, сладкий пирог с орехами и медом, и таратор, холодный суп из йогурта, огурцов и зелени. Местные жители любят собираться за большим столом и угощать гостей своими кулинарными шедеврами. Чаровода богата историческими и природными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. Одной из главных природных достопримечательностей Чаровода является каньон реки Осуми. Этот впечатляющий каньон, глубиной до 100 метров, протянулся на несколько километров и окружен живописными скалами и зелеными лесами. Каньон является популярным местом для рафтинга, пеших прогулок и пикников. Чаровода славится своими древними церквями и монастырями. Одной из самых известных является церковь Святого Николая, построенная в 18 веке. Эта церковь представляет собой прекрасный образец византийской архитектуры и украшена уникальными фресками. Монастыри, такие как монастырь Святого Георгия, также являются важными религиозными и культурными центрами. В окрестностях Чароводы проводятся археологические раскопки, которые раскрывают богатую историю этого региона. Здесь можно увидеть остатки древних поселений, крепостей и дорог, которые свидетельствуют о важной роли Чароводы в истории Албании. В Чароводе до сих пор живы традиции ремесел и рукоделия.
Местные мастера занимаются ткачеством, вышивкой и изготовлением керамики, которая высоко ценится не только в Албании, но и за ее пределами. Ежегодно в Чароводе проводится множество фестивалей и праздников, которые привлекают туристов и помогают сохранить культурное наследие региона. Один из самых популярных фестивалей – Дни Осуми, который включает в себя концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. Чаровода окружена живописными пейзажами, которые делают это место идеальным для активного отдыха и экотуризма. Здесь можно найти множество пеших маршрутов, велодорожек и мест для пикников, где можно насладиться красотой природы и чистым воздухом. Сегодня Чаровода – это динамично развивающийся город с населением около 5000 человек. Жители города активно участвуют в жизни региона, сохраняя при этом свою уникальную идентичность и традиции. В последние годы в Чароводе наблюдается рост туристической активности, что способствует развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни местных жителей. В Чароводе есть школы и культурные центры, где дети и взрослые могут получать образование и развивать свои таланты. Местные школы активно участвуют в различных образовательных и культурных программах, что способствует развитию молодежи и сохранению культурного наследия. Экономика Чаровода в значительной степени основана на сельском хозяйстве и ремеслах. Однако в последние годы наблюдается рост малого бизнеса и туристической индустрии. Местные фермеры и ремесленники активно сотрудничают с туристическими агентствами, предлагая гостям уникальные продукты и сувениры. Чаровода – это удивительное место, где переплетаются история и современность, традиции и инновации. Его богатое культурное наследие, живописные пейзажи и гостеприимные жители делают Чароводу идеальным местом для знакомства с настоящей Албанией. Независимо от того, интересуетесь ли вы историей, культурой или просто хотите насладиться красотой природы, Чаровода всегда готова предложить что-то особенное. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте комментарии и расскажите нам о своих впечатлениях. До новых встреч в наших следующих видео!